Всем привет. Проснулся, завтыкал видос, что надо было вам утром сделать. Ну ничего, поспал после стрима. Вчера был трэш-стрим, то одна игра, то вторая, то третья. Ну что, сегодня у нас будет открытие опять топовых плюх. Постараемся забрать исцеление для тыковки и будем его тестировать в дальнейшем. Будет, короче, очень много всего интересного, как обычно. Сегодня у нас уже второй день вот такой вот рынок, на котором дают 5 сетов грубой силы 5 уровня. Это очень круто. А эти, конечно, мешки с профессором Дибетом нахрен уже не нужны. Камни еще куда ни шло, тоже неплохо. В принципе, последние камни 30. Карт обновления Good. За 4 пака вы можете собрать Некроса. Также дают дохренища сумок питомцев. Это тоже очень круто. Вольт стоит, грубо говоря, 2 пака уже у нас. Тоже неплохо. Плюс вы можете сразу же собрать Бигфута, кучу камней, осколки и офигенные сундуки замка 2 уровня, которые мы будем открывать. Тоже топовая награда. Ну и тут коробочки подешевели, исцеление можно собрать рунами. Тоже, в принципе, неплохо. Также у нас есть наборчики на трату. По сравнению с китайкой, конечно, это говнище. Вот такие вот у нас награды. В принципе, что-то на нашем сервере меняется, я могу так сказать. Ну, неплохо, неплохо, мне это уже нравится. Хотелось бы, конечно, еще талантиков здесь. Забираем, смотрим, там у нас на трату что-то есть. Набор за самоцветы за 300. На китайке, конечно, намного круче дают за 300. Забираем за 1000. За 10 тысяч. Точнее, за 5 забираем. За 20-ку коробка тоже заберем, пусть будет. Так, есть. Забрали. Такое себе. Так. Это у меня испытание. Копим КГшки, а то вдруг нам не хватит. Ну, считайте, вольт и некрос еще плюс один. Интересно, сколько у меня там уже их осколками. 15 штук уже. Даже 15,5. А по вольтам что? Ну, вольтов меньше. 11,5. Так. Окей, с этим мы решили. Побежали. Склад у нас полный. Плюс 50к кгшек, неплохо. Двадцать пакетов орденов, тоже хорошо. 15 кулаков, отлично. Так. Карточек 156, коробочек, может что-то интересное будет, посмотрим. Так, давайте теперь по рынку, по акциям пробежимся, посмотрим, что у нас там накопилось. Какие акции у нас есть. Так, кузница, выращивай призы, бинго, разбей яйца. Карты питомцев возврат, надо будет пооткрывать. Так, ну побежали, давайте с бинго начнем. Заберем отсюда 8 штампов. Сегодня дают 5 сет кожи. Хорошо, что 5, но не тот 5 сет, который надо бы. На китайке всего 4 штампа дают, но там дают топовые награды. Так, есть. Может, завтра еще что-то поменяется, можно будет еще сыграть. Завтра будет, после полуночи точнее. Так, есть, забираем. Карты есть питомца, я уже не знаю, сколько там их у меня. Да, хренище.
уже никого, по сути, качать, кроме льдышки. Так, окей. Забираем эти награды, получить все. Что у нас по КГшкам? 2 миллиона 32. Нормально, топится. Так, выращивай призы. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Что за награды? 50 льдышки за 80-ю, оно без франки Некрос Бигфут. Ну давайте, поехали. Немножко помучаемся. Потом в яйцах там тоже должны быть топовые призы. Так, саженец посажен, давайте будем этими, эти быстрее будут. Еще кучу всего открывать надо, успеть камень клятвы. Обновление. Ну, китайки, конечно, сравнивать наши плюшки с китайскими даже не стоит. Там, блин, просто огонь падает. Карта. Ну, как обычно, карта, ничего не меняется. Так, что у нас на 38-м? 20 камней судьбы. Ну, Гуану, я бы так сказал. Ну, можно до 80-го открыть и посмотреть, что на 180-м будет. Дальше, в принципе, там особо не упадет. Так, карта арены. Акция интересная, конечно, разнообразие плюшек, но не на нашем сервере. Но по сравнению с другими акциями еще можно играть, и плюс она повторно можно дальше открывать. Это если у вас доната хватает. Второе и третье дерево, то есть тут безграничное. Так, легендарка. Так, собираем награду. 20 камней судьбы. Но, видите, не отображается баги, как обычно. Так, что у нас на 50-м? Сумка профессора Риби. Так, короче, бьем до 80-го, смотрим приз и идем дальше. Почему не сделать сразу там, открыть все там? Зачем вот это вот мучиться, издеваться над людьми с утра? У кого утро, у кого обед уже, у кого ночь? Так, карта квеста. Давай, 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 дорогая, надо. Надо что-то интересное на 180-м или 160-м, не помню уже точно. Вот 5 карт входа в Колизей. Вот что самое достойное отсюда, скажем так, интересное, это карты в Колизей. Все остальное такое себе. Так, обновление квеста. Так, еще немножко, еще чуть-чуть. Дадут ли нам Некроса? Не помню какого уже. Или дадут Анубиса? Может, в рэнке дадут. Редко отсюда я Некросов доставал, но варианты всегда есть. Так, есть. И собираем награду. Спасибо за Рибита. Бигфут. Как видите. Бигфут. Окей. Ладно, потом я эту акцию доиграю уже, чтобы время не тянуть. Побежали в СБ яйца. Так, 98 попыток. Седна Бигфут, профессор Рибит. Ну, такие себе награды. Герои, я бы не сказал, что особо топовые. Профессор Рибит вообще... Крень полная. Седна еще куда ни шло. Бигфут тоже, в принципе, интересно, возможно, кому-то. Остальные, я думаю, у всех уже есть. Руны исцеления. Вот плохо, что руны психощита отсюда убрали. Раньше было очень, очень хорошо. Сейчас тут руны исцеления дают. Я одну всего лишь достал отсюда. Там не помню, за сколько попыток.
Сейчас посмотрим, что нам сейчас упадет. Ну, в принципе, Некроса этого вы можете собрать с рынка осколками, это намного дешевле, и Вольт, это и любого героя. Там и Седну сегодня можно собрать. Ой, говорю Седну, Фрейю. Что еще надо? Один раз затарился, получил Минотавра, в принципе, все, что надо у тебя есть. Купидон. Дешевее донатные герои, причем довольно-таки быстро дешевеют. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Неизвестно, что будет дальше, чему это все. Так, ну давай. Один Купидон упал. Печальная акция стала очень. Яйца когда-то были самая кайфовая акция. У меня там все пытались сейчас с рынка. Охрен это надо. Так, одержимый. Второй герой. Давай, Деда Мороза. Сейчас сердцеедку должны где-то подкинуть нам. Исцеление пошло. Еще один Купидон. Еще одно исцеление. Ну давай. Бигфута Седну. Дает исцеление. Эх, печаль. Сердцеедка. Есть. Еще дальше Бигфут Седна Рибит. Ну, нереально отсюда Рибита выбить. Его проще достать, наверное, осколками сумок. Дешевле будет, чем тут пытаться его выбить. Однозначно. Сейчас посмотрим. У нас там топовые сумочки будут. Еще один одержимый. Как видите, начали герои повторяться. Раньше такого где-то полгода назад не было. Потом поменяли правила и начали по 2-3 героя от них выпадать. Это очень печально. Хрен вы получите последних героев. Вам может 3, 4, 5 героев упасть. Самых первых в списке. Почему-то не падает 2 Некроса. Вот Седна. Хорош. Хоть что-то. На 60 в каком-то 7-м лице нам упало. Ну давай, ребята, 28 штук. Либо Бигфута еще дайте. Бигфутов тоже немерено уже падает. Вот плохо, с одной стороны, профессор Рибит, 74-е яйцо, охренеть. Да, вы просто красавчики. Осталось только Бигфута словить. В принципе, неплохо. Неплохо было бы, чтобы все-таки шансы не нерфили и не продавали так героев, как они это делают, потому что просто, ну, неинтересно многим играть. Лучше, когда герой недоступный, он востребованный, интерес какой-то у людей есть, даже донатов там. Понятно, что можно задонатить и все равно его выбить, но это вот то, что они сейчас делают, добавляют новых героев, не очень радует. Герой вместо того, чтобы пилить нормальные обновы, делать какие-то, блин, локации, что-то интересное придумать, нам пилят просто нового героя, непонятно вообще к чему он. Применять мы его не можем везде, потому что это героев до кренища уже. Ты уже не знаешь, кого качать, с каким талантом. Добавляют новые таланты, которые херят полностью все ваши прокачки. Вам приходится сначала все перекачивать. Ну, неоправданные обновы, скажем так. Ну, вот так вот. Ну, в принципе, неплохо. Второй заходит у нас. Тоже более-менее удачный получился. Так, а сможем мы это все забрать? Видите, куча расходников. Так, есть. Получить все. Окей. Получили. Мы можем забрать только руны. Не хватает места нам. Да, нам не хватает места. Ладно, это не страшно. Хроники. Побежали дальше.
императорская кузница. Пух-пух-пух. Хорошо поспал. Так, ну тут, конечно, у нас неинтересная дичь, и самое интересное вот это нам забрать. Есть исцеление, ждет вас в вашем почтовом ящике. Ну и заберем пока пару, а не до утра, в принципе, еще потом доберу. Подтвердить. Можно набрать, это в принципе неплохо. Ну тоже дня, правда, на дорого по 15, ну как сопутствующие, в принципе, неплохо. Давайте смотрим, какого там уровня она уже у нас. Идем дальше. Восемнадцатый. Не буду пока левел поднимать. Так, окей. Вдруг еще кого-то захочу сливать. Выращивай бингу. Кузницы были. В принципе, тут все. Руны у нас остались. Побежали сюда. Вот наше исцеление. Мы тоже его забрать пока не можем. Сейчас освободим немножко склад. И будем дальше продолжать открывать плюшки. Продать. Использовать. Так, 6 коробочек у нас. Так, это продадим. 3 рибета уже есть. Вот он, рибет и тут есть. Продать. Так, вот есть у нас, смотрите, сколько плюшек разных давали. Так, 500, 2700, 1600. Так, вот он, рибик, поехали, открываем сразу 6. Не будем тянуть время, 180 штук. Даже не собрали одного целого за 6 больших. Ну, как-то так себе. Не радует. Исцеление 3 уровня, потом сделаем ковку. Так, железная воля, мифические сундуки, грубая сила, сразу 5 сетов 5 левела, больше, думаю, нам их не надо. Так, дальше что? Это сундуки гильдии, сундуки питомцев, сумки мы потом пооткрываем. Вот это вам интересно будет использовать. Ну давайте, поехали, тут офигенные награды. Нахрен не надо. Вот такое себе. Не получили мы отсюда грубую силу. Вот уже 4 сета воодушевлений просто валяются на складе. Так, чтобы ничего не пропустить интересного. Карта, ну поехали использовать, окей. И тут у нас упадет заклинательница, которую мы не выбили с 13 карт. Вот так вот. Так. Так, ну что, поехали, исцеление, ищем нашу тыковку. Забираем эти плюшки. Тыква. Есть ремка на ней, тут берс утекания, ремка ей не нужна. Давайте сразу поставим исцеление. Заменить, окей. И сразу его качнем на восьмерочку. Все, тыковка у нас уже готова, будем ее тестировать. А давайте еще коробочки пооткрываем. Берс, очень нужный талант, спасибо. Это же каменная кожа,
Вот каменную кожу я хотел поставить, потестировать. Где ты, друг? Вот сюда вместо бога войны затестить. Поехали дальше. Ремка не нужна. Гнев не нужен. Бастион. Бастион, бастион. Кому я там хотел бастион поставить? Так, тут все и так понятно. Героев, блин, у нас. А кому что я хотел, даже не помню. Так, Рибит. Это с Бастом есть, Купидон. Ремка. В принципе, у нас тут герои собраны, чтобы уже никого, наверное, не ставить. Бастом у нас тоже уже есть, черепа есть. Так, тут все понятно. Ремка. Некому его ставить. Но у меня на смене есть вообще. Может кого-то другого открыть. А, у меня есть, в принципе. В принципе, давайте еще ролим его, сольем. Так, выберите предмет. Сменить, окей. Ну, смертельный удар. Такое себе. Давайте еще карточки сразу открываем. Где наш мегавезучий герой? Железная воля. Ожива. Не надо. Железная воля. Блин, плохо. Что-то падают мне эти таланты. Сколько коробок, сколько всего. Приходится ждать все-таки рынка, грубая сила, только в единственном экземпляре здесь выпало. Чего не скажешь про Китай. Так, ну стрелок, давай, родной, не подведи. Ярость небес, не то. Утекание не надо. Просвещение тоже не надо. Еще одно просвещение. Я понял, вы хотите, чтобы я качнул нового героя, тонкий намек. Так. Ну что, будет что-то годное из пятерок или нет? Ярость небес не то. Ожог. Некому уже качать просто его. Так, утекаха не нужна. Блин, ну четвертая грубая, что не пятая? Берс не надо. Ожог. Ракушка тоже не нужна. Бог войны. Причем за сам. Ну пусть будет пока на смене. Посмотрим. Все, пишите комменты, подписывайтесь, делайте репостики, ставьте лайки, если вам нравятся такие видосы. Думаю, видосы интересные, такого мало где вы видите. Всем по бесплатному Негросу и Вольту. Всем пока.